Перемены наступили в южнокорейской армии. Солдат, которые охраняют северную границу страны, приобщили к классическому балету. Вместо берцев – балетные туфли. Вместо суровых офицеров – изящные балерины из столицы. Южнокорейские пограничники и сами не знали, на что способен балет, до тех пор, пока не попробовали. Здесь, у границы с Северной Кореей, ты все время в напряжении и не всегда чувствуешь себя в безопасности. Благодаря балету удается найти равновесие и покой, а еще подружиться со служивцами. Солдатская жизнь тяжела, и я сомневалась, что смогу как-то помочь ребятам. Но теперь я рада быть здесь. Чувствую себя нужной каждый раз, когда вижу, как они улыбаются и получают удовольствие от танца. Балерина Ли Хьянг-Джо проводит занятия раз в неделю. В прошлом году бойцы этой дивизии исполнили отрывки из «Лебединого озера» на военном фестивале искусств. И ожидается, что новая постановка будет готова уже к декабрю.